Всем привет, с вами я, Honor Gamer, и The Airship. Да, вы понимаете, этот Airship, который выпущен Henry. И вот, скоро он будет. Airship is coming to Among Us. Welcome, recruit. Get yourself acquainted with the layout of the Topet airship. Enough slacking. Go do your tasks. You may need to take a ladder to get to certain areas, or maybe just take a nice shortcut. Quit grouping up. Choose a room to... Oh, wow. That... неплохо. Start in after a meeting. Someone keeps trying to sabotage us. Stop their plan. Keep your eyes peeled. We definitely have an imposter here. Okay, это свой, короче, анимация килла. Но я видел тут старые киллы, которые там... Битом, вот, Алакагаджи, вот, да, старые. Тут сделали тут ремикс насчет этого. Залез в люк, злодей. Among Us The Airship. Новая карта Coming Early 2021. Да, это он. Новое задание. Прикольная карта, кстати. Оно, кстати, не возвращается, когда если зайти на платформу. Вот, оно будет здесь. Но мне очень даже интересно. Ведь один час. Да. Классненько. Это класс. Лайк, если вы тоже ждете. Я его тоже жду. Прикольно, кстати. Не, я вот серьезно. Вот первый, который показывает, наверное, надо шейк, чтобы вытащить этот какой-то снег. Во-вторых, убрать грязь от этого кристаллика Хенри. То, что они охраняют в красном, вот, вы понимаете, да. Насчет этого, самый разработчик Puffball, сначала вот сделал, короче, плохую анимацию. А вот Inner Sloth, вы понимаете,
это то же самое, но намного хорошая анимация. Мне нравится. И еще мне нравится вот эта платформа. Наверное, тут будет новые саботажи. Ну и еще тут старые, которые пользуются предателем. Свет, кислород и тут реактор. Вот. Это считается вот эти задания? Нет? Не знаю. Ну, короче, это он. Сегодняшний, когда я проснулся, выпущенный один час назад, The Airship. Nice. Окей. Что ж, всем пока.